Всем привет, я Антон Деркач, и в этом видео вы услышите отзыв на книгу Андрея Земляного «Пламя и сталь» из цикла «Пентаграмма войны», изданную в 2011 году. Это первая книга, которую я прочитал у этого автора, поэтому могу сравнить ее только с другими книгами жанра фантастики. Книга «Пламя и сталь» не проигрывает другим книгам этого жанра, но и не представляет собой чего-то выдающегося. С помощью этой книги я скрасил несколько дней новогоднего отпуска. Книга читается легко и с удовольствием, однако второй раз читать ее уже не захочется. Из плюсов. Добротный сюжет. Андрей Земляной довольно качественно прорисовывает фантастический мир будущего. Раса людей с их техническими достижениями, маги и лесной народ ведут непрестанные космические баталии. В книге много документальных вставок, что придает фантастическому миру и происходящим там событиям иллюзию реальности. Два друга, разлученные в юности, по отдельности добиваются чрезвычайных высот в боевом развитии. Один становится выдающимся воином, другой – неуязвимым магом. По прошествии нескольких лет они встречаются в рядах противоборствующих сторон. В книге много интриг, автор хорошо удерживает внимание читателя до последних страниц. Из минусов. Автор щедро сыпет разными терминами, в том числе выдуманными, о значении которых можно только догадываться по контексту. Если вы любите русскую боевую фантастику, то эта книга вам наверняка понравится. Если вы уже прочли эту книгу и у вас есть мнение о ней, вы можете поделиться им под этим видео. В комментариях вы можете обсуждать эту книгу с другими читателями. Спасибо за внимание, с вами был Антон Деркач. Если это видео интересно или полезно для вас, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, чтобы увидеть другие видеоотзывы на книге. Увидимся в новых видео. Пока!